Tam je to
stále se na proti té fontáně. Tak je ten jezik, tak tam bylo. A konec se toto počasí, tak špatně, kde se branka zase zasekla. Всем видно? Да. А с правой стороны располагается белый самолет. Самолет называется «Буран». И он самым первым доставил на орбиту первый спутник. Представьте себе. Вся эта территория называется «Выставка достижений народного хозяйства». Она понадобилась государству под названием «Советский Союз» для того, чтобы объединить все республики в одном месте и чтобы каждая из них могла показать и доказать, что есть ей чем гордиться. Кому-то персиками, кому-то свинками такими розовенькими, ну, а кому-то, например, шерстью овец. Все, для всех этих республик были выставлены павильоны. Видите, на всей территории стоят разные здания. Это павильоны, которые были спроектированы замечательными советскими инженерами и архитекторами. Бурдиным, Шуком, множество имен. Самый главный павильон ВДНХ располагается сейчас за строительными лесами, резко с правой стороны от нас с вами. У него самый высокий шпиль. А прямо за ним, видите, большой фонтан? Фонтан, видно вам? Фонтан этот называется фонтан дружбы народов. По кругу, как по кругу нашей с вами башни, располагается 13 фигур девушек, облаченных в золотые сарафаны, которые держат огромные корзины с дарами каждой своей республики. Ну а за территорией ВДНХ располагается большой-пребольшой лес. Смотрим сейчас в правую сторону, в самый-самый низ под башней. Видно вам большой усадебный дом? Большой дом такой. Куполом видно? С правой стороны от нас с вами прямо под башней. Видите? В Российской империи существовала одна единственная семья, которая по праву называлась миллиардерами. Сегодня для нас обычное дело миллионер, миллиардер, что-то заоблачное. А в Российской империи был такой только один. Звали его Борисом Шереметьевым. У него было несколько детей. В трех поколениях эта семья обладала самым большим состоянием в Российской империи. Поэтому их усадебные дома стоят везде, где мы можем их найти. В том числе и здесь, в древнем селе Осташково, известном еще с 15 века. Усадьба Осташкина прямо перед нами. За ней весь лесопарк представляет себя зону ботанического сада МГУ. Для чего нужен ботанический сад? Прошу внимания, правильно, чтобы разводить разные растения и выделять их лекарственный сок. Смотрим на левую часть парка, видим ровную. Это и есть ботанический сад. Ботанические сады выросли в очень древних аптекарских огородах, которые в свою очередь монахи, древних обителях выращивали растения разного возраста и выявляли лекарственные. Итак, ребят, чтобы делать всевозможные лекарственные препараты. Сегодня для нас с вами это обычное дело, а когда-то это был целый огромный процесс. Прямо под нами располагается пруд. Видите, пруд? Пруд это называется Останкинский. Когда-то он... Давайте вот все перетягиваем полностью. Попробуем. Так, вот давайте, пока я не сказал, прочь, если твой или нет, давайте я пока встречу на полу, вы стоите напротив, и я вам сейчас рассказываю. Ребята, чуть-чуть назад. Значит, смотрите, понятное дело, что вам приоритетность, которая у нас есть в страной, это идеальный повод. И 80% людей приходят к нам только ради этого пола, чтобы на нем было состояние, попрыгать, сфотографироваться. Часто уходит в день фотографии, потому что не каждый мог найти себе вот, сил моральных, чтобы наступить на этот идеальный пол. Но, тем не менее, некоторые действительно прыгают, топают сразу. Я люблю упоминать всем про толщину стекла, потому что внизу, может быть, вы видели, там рядом с портретом Никиты лежал, после этого фрагмент. И если смотреть внимательно, становится понятно, что стекло не толстое, и толщина его, когда это машина, толщина его 8 мм. 8 мм. Часто мне пытаются возразить, что
слой? Ну да, не один, а три. Три слоя по 8 миллиметров. На каких-то 24 миллиметра согласитесь, не означает доверие, правда? Но вот тут правильно ставить, да, вопрос не о толщине, а о прочности. Сколько будет? И вот такой вот красивый метровый слой выдерживает. Действительно,